Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в Ульяновске. Он принял участие в совещании под председательством полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Участники совещания обсудили дополнительные меры по противодействию противоправной деятельности в сфере водопользования и по повышению эффективности использования водных ресурсов. Кроме того, были рассмотрены вопросы кадрового обеспечения предприятий и организации оборонно-промышленного комплекса.